Всем привет, мои друзья. Сюда снова один мой друг. Дед Мороз мне в этом году принес подарки пораньше. И в этом подарке было 3 специальных маркера для граффити. Молотов. Не коллаборации с молотом, а именно молотов. Сегодня я вам их покажу. Погнали. Так. Специально для этого выпуска я взял картоночку. И... буду снимать. Кого же мне первым начать? Так, первый маркер это Молотов Бурнер. Ну, перманентный. Ну, не перманентный, он как бы с пером. Ну, сейчас поймете. Хромовый. Хромовая заправа. Ой, блин, Молотова так сложно. Попробую пропитать. Во, вот так быстрее. А я думал, уже Дед Мороз мне маркер без заправы подарил. Дед Мороз подарки сегодня также принес. Давай. Воу, Молотов просто так прикольно пишет. Кто тут? А я вот так, чтобы она... Ладно, потом ваткой протеру. Дальше у нас... Хана! Как это? Блин, я сделал. Я маркер. Я на ноготь пролил этот вопрос. Ладно. Сквизер. Кстати, может быть, типа, не очень все хорошо, потому что, как вы знаете, Новый год вервер. Сквизер сразу пропитался. Ладно, еще несколько раз пропитать. Если на стене, ну, или на коробке, которая будет в обе, то оно будет так красиво стекать. Почему он так пишет? До конца пропитан видно. Да, вот, смотри. Теперь все хорошо. И не упадет. Теперь самый большой маркер. Вообще, от молота. Швабра. 6 миллиметров. Не спрашивайте, зачем мне зимой. Швабра. Надо. Пропиточка. Ой. Смотрите. Смотрю, как пропитывает маркер, это камера. Я сам иногда в ТикТоке убиваю пропитка. Потом кайфую. Ну блин, эта крышка все закрывает. Можете не называть меня чекать. Ну почему? Чекать, это тот, кто пишет корявые буквы. На стену. Я ни разу на стену не ходила. Так что вы не имеете права. Ладно, лучше тут. Ой, блин. Сейчас. Не понял. Сейчас, скорее всего, будет плохо, потому что, ну блин, на такой маленькой картинке неудобно писать, ну вы поняли. Сегодня у нас был роллер, ну роллер, сквизер, называйте как хотите. Но тут сейчас я прочитаю, что написано. Читайте. Коверсал, липстик. Так, считайте, это The Original. Это сквизер или это ровер, да? Ну,
случае я его разницы не вижу. Сейчас найду, подожди там. Где-то посчитал. А, это дри. Тихо, все же это маркер топ пишет. Пальцем водить, сколько захочу. Она никогда ко мне не прилипнет. Просто этот роллер или сквизи, не знаю точно, заправлен, которая видно очень сильно сыгает. Так что если пролетится заправу, хана. Если можно спеть там оттереть. Ну ладно, мои подписчики. Всем пока.